Всем доброе утро, с вами капитан Дмитрий на канале Яхта Диана. Сегодня мы находимся в городе Бузбурун, начало ноября месяца, выдалась очень хорошая погода, установились теплые тихие дни, а мы продолжаем наше путешествие и я вам немножко расскажу про этот город. Город считается городом корабелов, здесь испокон веков строятся деревянные корабли, вот такие вот гулеты. Раньше они строились прямо в огородах. Это был семейный такой бизнес. Сейчас есть несколько верфей. И построенные гулеты в Бузбуруне считаются очень хорошего качества. Здесь же в городе есть небольшой порт, в который можно прийти на яхте и остановиться. Достаточно защищенный. Есть электричество, вода, несколько супермаркетов. В общем, вполне комфортно. Но цена за стоянку здесь повыше, чем в других местах. Так, например, за нас у нас сегодня взяли 140 лир за ночь без электричества и воды. Вот, это в среднем в полтора раза больше, чем в других близлежащих населенных пунктах. Как видите, утро совершенно тихое. Абсолютная гладь на воде. Погода хорошая. А мы пришвартовались причал кормой с отдачей якоря рядом с очень большими кораблями и встречаем рассвет. Красивый ухоженный городок, много зелени, пальмы вокруг, цветочки. Очень комфортный и приятный город Бузбурун. Когда привыкаешь к цивилизации, даже наличие обычного небольшого супермаркета уже считается за счастье. Потому что в нашей деревне супермаркетов таких нету. И ассортимент очень небольшой. А в Бузбуруне есть два Мигроса. И можно прикупить большой ассортимент продуктов по вполне приемлемым ценам. Кроме того, еще очень удобно в Мигросе менять деньги, то есть отдаешь валюту, доллары, евро, и тебе выдают сдачу с покупки лирами по очень выгодному курсу, лучше, чем в любому банку. Интересная табличка. Здесь действительно много собак, кошек на улице, и местные жители очень их любят и заботятся. Мы покидаем город Бузбурун и отправляемся дальше по турецкому побережью. Пока прекрасная погода, светит солнышко, тепло. Будем наслаждаться отдыхом. Выйдя из порта города Бузбурун, вышли из бухты и поставили паруса. Легкий ветерочек гонит яхту по гладкой воде. Погода замечательная, исключительная, просто тепло, солнышко. Выйдя из бухты, увидели, что множество рыбаков в округе. И решили поставить спиннинг. Подцепили воблер в виде кальмарчика. И закинули на троллинг, ловим. Вдруг что-то поймается. Немножко раздуло ветер. И мы пошли со скоростью 6 узлов, при этом вода ровная, и мы летим прям как птица над водой.